О, а вы тут? Всем привет, друзья! Что ж, сегодня я решил зайти и сыграть с топа майкапа 50-го сезона. Четвертый слот, Just Keep. Парнишка очень толковый. Хороший парень, адекватный. И смотрите, 28589 в прошлом сезоне у него было. При этом у него очень мало игр. Посмотрите, 200 на 133, в принципе. Ну, 200 примерно на 140, да, получается. Жесть, очень хорошая статистика. На четвертом слоте парень сидит, он сейчас в стриме. Кстати, стрим я сейчас тоже покажу. Смотрите, вот он сейчас в стриме. Я на восьмом слоте. Ожидаем. Всю эту тему я закрываю. Хорошо. Эту всю тему я закрываю, эту тему открываю. Все, и поехали. В общем, сейчас, надеюсь, будет интересная катка. Надеюсь, выскочим в ВС. Очень хочется показать, насколько это хороший игрок и в целом его понимание игровое. Надеюсь, эта катка вам зайдет. Ребятки, также не забывайте про то, что я постоянно делаю донатик. И, конечно же, ссылочка в описании. Так что, ребятки, вот такая вот у нас тема сегодня. Заруба стримеров начинается прямо сейчас. Посмотрим, что будет. Это 85-я, кстати, XLTB-шечка. Если он будет рандомить, я тоже зарандомлю и просто сыграю. И все. Но если он не будет рандомить, тогда уже будем смотреть по пику и контрпике. Так что погнали. Ждем. Парень что-то на первом слоте спит. Какой-то банго стули у парнишки. Ребятки, напоминаю, начало сезона. Это у нас сегодня 7 число июня. Этот видос выйдет где-то в июле. Поэтому держите в курсе такие ПТСы. Потому что на данный момент начало сезона. Сезон начался 7 дней назад. Неделя, то есть неделя прошла. Сейчас топ-1 айкапа держит, по-моему, там 9000 ПТС всего, не больше. Если не впадло будет меня подмонтировать, то я вот тут вставлю этот, ну, типа, сколько сейчас топ-сезон. Так что держите в курсе. Так, ну что, Just Keep, поехали. Если попадемся в одной команде, то, в принципе, я думаю, не составит труда нам затушить одну каточку совместно. Уф. Также еще надеюсь, ну, он сейчас музыкальные стримы делает, он общается сейчас очень мало, и это, если честно, такое себе. Хотелось бы, конечно, посмотреть его эмоции, посмотреть его реакции на те или иные моменты. Так. Ну что ж, посмотрим, кто у нас там сегодня будет ВС. Just Keep ВС у нас или за? Ах, он за меня. Ну такое. Ну ладно. Ладно, поехали, баним. Алчевоке, кини. Давайте сыграем тогда вместе. Что поделать тогда? Если на рандоме вот так вот у нас выпадает, что вместе в одной команде, то гоу задушим вместе. Заруба стримеров, ребятки. Заруба стримеров, ТБшка. Кстати, давайте посмотрим, кто там что-то по ПТСам. 9, 9, 9, 8, 800 клирстат. Походу 8, 28, 5. Ну, в принципе, 1000 и 10к. Обычная дефолтная ТБшка. Смотрите, шаман у него выпадает на рандоме. Ребята все рандомят. Давайте тоже рандомить. Минус рандом. Shadow Fiend. Окей, let's go. Let's go на Shadow Fiend. На Shadow Fiend. А чё у него там мутик? Дашь негра, говорит. Ну я сам сплею. Бро. По-братски, говорит. Говорит по-братски. Он прям, у него прям жопа горит. Да, его. Че, побегаем на четверке тогда? Ногу мне шаманом. Я 4. Ну, давайте, окей, уступим. Покажем четверку. Надеюсь, катка интересная будет. Где там ВС? Дау-дау-дау-дау-дау-дау. Дау-дау-дау-дау, говорит. Ладно, ну давайте подсапим немножко. Ну, сапить сильно не будем, прям жестко. Прям жестко максимально все в саппорт. И сейчас не очень хотелось бы, конечно, на шамане бегать. Ну, такое себе. Я не знаю, что у нас будет на 10-м, на 9-х слотах, но фул сапить я не очень хочу. Ну, это такая будет, ребятки. Вообще, в любом случае, нужно будет катку ВС по-любому задушить. Я даже не вижу смысла, наверное, что тут какие-то нужно будет делать вставочки. Это минус 3, да, а то я 8. Гоу, кура есть. Кура вард.
SF-у хил сразу вот эту тему. Цешка. Let's go. Смокейчи, погнали. Сеточка берем, поддушить. Таздинго. Пулкуру сразу дадим. Пулкуру. Пулкуру, чтобы у него бинт был рабочий. Бинт был рабочий. Сефиус. СФ на 85-й карте у нас очень слабенький герой, на самом деле, там понапикали. Но постараюсь подпушивать их как-то. Шаман очень сильный персонаж, главное много не фидить и стараться играть совместно. Я пойду ХЛ. Дуза соло. Соло можешь. И ТПшки, ТП сейвы надо будет держать, потому что возможно будет дайвы. Извиняюсь, ребятки, за кашель. Иногда, когда холодненькое покушаешь, бывает проблематично потом. Я не пойду. Ладно, топ пойду. Лего лес. Лего лес. Вот сюда выскочим. Что у нас там, хук, да? НА. И накидываем сетку. Аккуратно, пуч может быть. Хорош. Все, погнали. Прочекал, что у меня прокачано, увидел сетку. Понял. Погнали на кемпы, на стаки. Первое, что возьмем, стики. Нормалды будет. На третьем левеле можно будет гангануть. Кто там? Пуш, да? Пуш, это изи. Пуш, это изи. Зонить, наверное, не буду. Я думаю, он сам справится. Пусть покажет топ-1 во всей красе, как говорится. Топ-1 во всей красе. На топе у нас тут Акс и Апарентус. Нормально. Сейчас отведем. Возьмем еще дальний кэмп, скорее всего, возьмем. Есть. Хорошо. Отлично. Хотя, наверное, просто засуицидим этих крипов. Просто засуицидим. Она очень больно Гаргона бьет. Эх, еще бы подобивать. Хорошо. Ну, там пачка крипов отошла. Такое себе. Не, дай добить. Побьем. Немножко. Да, лайн, конечно, такой тяжеленький будет. Но это, скорее всего, я слил сейчас этот лайн. Хорошо. Пойди, нормалды, убегаю. Опа, подставился очень сильно. Хорошо. Задуши, брат. Хорош. Даблкил даешь? Хилка. Но у меня не будет молнии. Погнали, на руну сходим. Пойдет неплохо. Сапог, хилка, мана. На руну выскочим сейчас. Регенерация. Хорошая руна, то, что мне нужно сейчас. На пуджа выйдем. Крипа очень сильно он задавил. Пусть выпустит. Выпусти. Выпусти, сейчас сапог придет. Хорош. Гоу. Пробуем наглую. Давай, давай, брат, работай. Хорош. Подработали. Неплохо. Руны нет. Все. Погнали на Б и с ТП-шки сыграем. А топ. Я буду рассказывать, раскачивать Иршок, чтобы можно было дополнительно раздамаг какой-то давать. Отлично. Ботлик. Там у меня ТП-шка улетела. Плохо. Но ничего страшного. Он, думаю, справится. Тут сам Сларк. Надеюсь, он не будет рофлить и покупать Magical Build, потому что там Сларк вонючий. И со Сларком могут быть в дальнейшем проблемы. Если честно, я Гаргоне очень сильно лайн подзасрал. Не учел то, что там Акс. Мой косяк максимально жесткий, ребятки. Максимально жесткий косяк. А я и Сафу Вар давал. Там пуш снял, что ли? Че, погнали пешком или ТП юзнем?
Не знаю, потому что ТП сейф, возможно, пригодится. Гоу пешком. Несмотря на то, что прогуливаем очень много экспириенса. Но, мне кажется, это само то будет. Само то будет. Если что, ТП сейф. Четвертая минута, на руну выскочу. Сразу. Пока побегаем, АФК, ничего страшного. Главное руны подконтривать. Че у него там, батлыга? В принципе, он сам заберет, погнали. Он сам заберет. Гаргона пассивный. Керри. Ууу, СФ забрал, да? СФ забрал. Опс. Себе. Го по душам, брат. Души, души, души. Хорош. Отлично. То, что нам нужно, сделали. Сетку кинули. Давайте в спину зайдем. Аппарат. В принципе, убиваем. У меня еще эршок есть. Опс, возьми. Гаргона толкнула линию сильно, да? Well. Надо хекс, чтобы зацеплять. Дал ноб себе, хорошо. Поставил, молодцом. Я себе отведу, пока линия запушена. И дабл стак, скорее всего, постараемся сделать. Макс, правда, проблема такая. Если он набегает, это страшно, врубай. Страшно, врубай, если набегает. Хорошо. Отлично. Отводим, чисто давим на эксп. Даже не на золото, а на эксп. Опа, Ахевич пришел. Ахевич. Пойдет. Акс там фармит. Нормально, кстати, можно бы сейчас эршоком поддушить. Хорошо, отлично. Акс, наверное, у щеки сейчас. У щеки. Там СФ хоста. Так, ну у меня 4 левел. Давайте жабу возьмем на 1.25. Ух, как сейчас домогнет Акс. Давай я обойду. Обойду. Капуч пассивничает. Можно аппараты забрать, любого забрать. Обойду. Давайте сюда в лесочек нырнем. СФ нанизу работает. Ой, какие койлы прекрасные. Прекрасные койлы. Хорош. Блин, жалко. Лайн запушился. Если бы Гаргона не отошла, я бы сейчас напал бы. Так, пуджа на миду нет. Вернее, пуджа вообще нету. Го на мид. Возьмем ТП-шку и на миду встанем. Очень много экспы прогулится. Я просто АФК тут стою. Надо хотя бы что-то брать с линии, потому что лайн пустой в миду. Лучше заэкспиться. С Гаргона я линию запушил ей, походу. Такая из меня четверка, на самом деле. Гаргоне я линию запушил. Поэкспимся. Сильно не будем там толкать линию. Чтобы СФ потом смог прийти и спокойно стоять в своем лайне. Хорош. Все равно пуш идет. Лютый. Сларк пришел в мид. Осуждаю. Так, аркана, в принципе, имеется. Аккуратно сейчас. Beware of Путге. Beware of Путге. Возьмем аркану. Фига он там ходит, люто. Максимально уверенно ходит, жесть. Софтер получается, да? Генерация. Я заберу, чтобы врагу не досталось, потому что СФ на топе. И надо варды купить сейчас. Мид 6 левел возьмем. Плюсану. Он за тобой выехал. Его 6. Вард.
так сделаем. Красочно, так сказать, пропишем. Еще вардик есть. Отлично. Ну, пуш ходит АФК, 8 левел. У меня все ровно. На лайнах вроде все пассивно, активно, пассивно. СФ загангивает. У нас есть 6 левел. Там на Рубиан Ассасин еще проблема может быть. Если что, успею хекс нажать, думаю. Быстренько тыкай, все. Его подвардим. Подвардим. Ух. СФ не выживет, да? СФ не выживет. Печалька. Я заруинил. Я заруинил. Я не достаю. А он там под тавр пошел за ним. Ты че, псих? Печально. Ну, танкуем. Что делать? Тэшку забирать. Жесть. Если будет вылазить, думаю, уберем. Уберем его под себя, кликаем. Не знаю, максимально хреново все. Но дагер сейчас возьмем, будет, надеюсь, получше. Хорошо. Отходим. Рутги идет. Возможно, еще и этот под... Ну, конечно, под ногами. Отходим. Там Рутги будет хукать. Хекс отдаю, я ушел. Хорош. На жуке мудачок закрыл, говорит. Нормально, ожидал я, что Неру будет вылазить. Пойдет. Ну ладно, одну тэшку сняли, ребятки. Ничего страшного, что по гангам не сильно получается. В целом, нам главное просто затащить эту... О, ничего себе. Вот это да. Вот это аппарат, молодец. МХ detected. Я забыл совсем про аппарата. Сфидели. У меня 3 ассиста, но сфидел. Ох, что-то сейф. Не хватает СФ немного хп. Давайте плаку будем делать. Надо вместе с СФ погангать. О, вот так сделаем. Вардик ткнем. Давайте агрессивные варды. Той левел сейчас у меня уже 7 будет. Я возьму иршок еще разок. Будем дамагу раскачивать в любом случае. Может, что-то даже подстиливать будем. Так, сделаем. Гобот там. Вместе. По низу. Фига внизу суета. Но сентриков не будет, кстати. Отлично. Пул пятеркой не очень хочется быть. Не очень хочется. Там куб в кустах. Ух ты, меня шама... Аж этот... Прикинь, что делает. Ля, меня фокусят прям. Меня тупо зафокусили и все. Тупо меня зафокусили и гг. Жесть, разбирает просто страшно. Но надо еще сентри. Тупо, вот я так не хотел играть на шамане, потому что я знаю, что это будет просто фокус моего героя по КД. Это жесть. Это будет GG просто. Не хватает у нас конторы немного. Хорош. Этого сейчас туда же отправим. А, не успел. Да как? В смысле? В смысле? Вообще нереально. Как успел? Прикинь, что делает? Ахе тут идет. Ля, вот здесь будет фармить, да? Гоу, посмотрим. Блин, ну очень далеко. Лучше еще может быть тут. Ативард, пнем.
Хорош. Главное на Пуджа не нарваться. Ставит пешечку. Опа, Рудге. Оп, хорош. Хорош. Сильно играешь, Синичи. Сказал бы кого, если там опса нет. Хорошо, переиграно, ребятки. Переиграно. Главное пуканы поджигать. Есть обсерв, тпшечка. Все найс. SF, если честно, соло гейминг вообще максимально стараются делать. SF соло гейминг делает. Не знаю, я бы такой, сыграл бы он с нами, мы бы вообще по кайфу, мне кажется, дрались. Он там войсит. На Пудге там что-то там плохое. Чувачок, доминатор, ты офигеешь, там говорит. Нифига себе. На топе фарма очень много. На топе очень много фарма. На топе очень много фарма. Аппарат пошел. Фарму снимать. Ой-ой-ой. Рудге за фокусом. Там Макс Даггер. Макс Даггер. Пуш Даггер. Хорошо. Так, а вот там убили Альфонса какого-то нашего. Не знаю, там варды стоят, я не очень хочу туда идти. Я просто куском буду. Ну вот я поэтому и тоже не хочу идти. Я его закрыл. Брат, разбей змейку. ВТФ. Господи. Мне Dagger Next там срочно надо. Не знаю, я ставлю змеину, потому что не хватает дамаги нам. Тупо, но не хватает. Не знаю, вот эта беготня. Смысленная. Смысленная беготня. Лего, жесть, конечно. Фигню делает. Мог помочь ЕСФу. Я бы пошел. Давайте купим дасты. Не хватает мне какого-то урона. Хорошо, что я первый раскачивал. Лего, конечно, вообще забавный парень. А, психует, психует. Джескип понимает, что типа ситуация такая себе. Почему убегаешь, когда я типа... Когда я типа не живой, ты бежишь, а когда типа... Блин, надо, знаете что, аккуратно подпушивать, наверное. Надо что-то соло тоже иметь, да герочек какой-то. А не бегать фулсапить. Фулсапить вообще такое гиблое дело на самом деле, фулсапить. Опа. Гаргонозавр нажимает кнопки. Оп, держу. Опа. Такое себе. Не будем догонять, да? Я не потяну ее. Нету даггера. О, пуш, пуш, пуш. Если что. Подзацепим кого-нибудь еще. Хорош. Отлично. Есть змеи почти. Почти есть змеи. А, да ладно. Ну давай, у тебя же даггер есть. Хорош. Пойдет. Дасты пригодились таки. Госсептрухи к нем. Почему нет? Септер ткнем. Т2 сломаем, я думаю. Ахевича давайте подсейвим. Смотри, что делать. Жесть, вот это напихали. Гудбэк им. Сефа нету. Сефа нету. Сларк еще лотар, да? ГГ.
поэтому не нужно так идти. Ой, СФ не забирает. Души его нафиг. Он в шоке будет. Такое себе. Не знаю, СФ как-то он пытается агрессивно играть, но он, не знаю, как-то такое теряется. Фу, я даже и не знаю, тут меня заставляют фулсапить всю игру. Это очень плохо. Это очень-очень-очень плохо. Есть. Главное, леги дамагу дать. Что если дагерок мне дадут? Шаман метовый герой на этой карте. Парень в ансентре берет. Спасибо. Надеюсь, мне помогут по саппингу. Так, Рутги, надеюсь, меня душить не будет. Погнали. Может, поймаем сейчас этого? Браконьера. Опасно. Иду по речкам. Вообще так никогда ходить нельзя. Абафаемся тут, чтобы Гришина не было. О, Слар. Что есть. Хорош. Я очень сильно замедлен, ребята. Очень сильно замедлен. Гоу-го-го. Под септрами. О, Ахевич прыгнул. Должны задушить. Бьем с руки просто. Ульт аппарата. Осуждаю. Но душу с руки. Как могу. Жесткие игры какие-то прям. Ульт аппарата вообще не в тему залетел. Блин, меня чуть до даггера, жесть. Вот там пацаны нормально откидывают. Нормально откидывают. Жесткие драки постоянно. Это 85-я карта. Такая грязь происходит, да? Но у меня хотя бы по саппингу нормально все. Аппарат 11-й, это же 11-й. Лего фармит. Да, тут нужно было... Блин, вот я зарандомил, я нормально зарандомил. А он хреново зарандомил, но я уступил. Надо было сыграть самому на СФе. Мне кажется, я бы не хуже сыграл в любом случае. Пуч бы к миду, наверное, не подходил. А еще если бы и подромливал кто-то, то вообще, наверное, по кайфу было бы. Он агрессивно очень играет, но это такое чреватая агрессия, не знаю. Мне кажется, как-то это... Такое. Ну и с Ларк проблемой будет лютой. Мы в лейтгейме всадим тут, скорее всего. Ну, по крайней мере, сейчас я так думаю. Думаю, что в лейтгейме можем всадить. Может, пофармить просто мне пока. Фармить. Оп, найс, карапас. А, минус, минус мана. Минус мана. Тысяча 600 золотых. Не знаю, один вард на... карте. Я ничего не смогу купить, если буду фулл сапить. Помогите, пожалуйста, по вардам. СФ там соло встрял, печалька. Надо в пятером играть, мы так не выиграем, если будем. Надо дагер. Аксы, БМы. Нейруба ни хрена еще нету, это как бы радует. СФ соло ходит. Агрессирует. КГ. Оу. Да, я не мечтал, если честно, о таком. Саппортить на этих 5к ПТСах.
Юзай, Стангазе. А толку сдохнет сейчас. GG. Гаргона тоже туда же. SF соло опять бегает, да? Кура сдохла, кто если. Честь. Душим, что делать? Ну, соло пытаемся дефить, не знаю, СФ своими делами занимаются. Я, если честно, не понимаю, почему он... Не хочет нам помочь, он ходит соло. Вот мы сейчас за счет тупо, ну вот мой ульт, и я сколько золота апнул. СФ Солянова бегает. Это печально, ребятки, на самом деле. Немного тяжело. Но, в принципе, катка будет потная. Вы любите потные игры. И вот, ну, честно, немного недопонимаю СФ. Вот он идет соло, вот сейчас отдается. Это, конечно, очень плохо. Я не знаю. Не знаю, ребят. Вместе надо. Там Сларк. Сларк будет лютые проблемы. Лютые проблемы. Нормально змеи сейчас зашли, кстати, второго левела. Прям буржа. Там все точки 5 секунд. Раздушило. Сейчас попробуем вардик поставить. Если что. У вас хитер из меня, конечно, такой себе. На шамане. Пойдет. Давайте варткнем вот сюда. Sweet. Хорошо. Даггер у аппарата тоже. Я перефармил их саппорта. В любом случае перефармил. Нормально я ворвался. Там у Хекс, там у сеточка. Отлично. Давайте вот здесь варткнем. Отличная драка. Давай, брат. Я погиблый, да? Понимаю. Ну, я забайтил, получается, на говно. Они всегда сплоченнее, пацаны. Акс слишком... У него что, ульта в КД, ждали еще? У него ульт есть. Он еще через глиммер он играет. Не знаю, немного не понимаем друг друга на данный момент, я считаю. Так, 700 золотых. 6 раз я сфидил, но если 8 раз сфидил. А я не так уж и плох, да? Сларк проблема будет, там Сильвер, Даст и жесть. Ну так, это такое, такая мусорка будет. Вот в лейте, если мы сейчас не давим, то в лейте мы не потащим. Я не смогу им на шамане затащить катку. Нафиг я рандомил тогда, надо было брать на победку. Ля, смотри, пошел обсерв, прикинь. Там под Сларком ищут тоже эти обсервы. Крысы. У нас легион еще вроде как никакущий. Это печально. Пятеров, гоу. Лузы, лего. Там сларки конченые эти. Смотри, что делает. Ужас. Что за браконьерство? Блоча хук. Отлично. О, Айхевич прыгнул. Да. Как же не хватает, да, сейчас СФа? Вот там еще Сларк сейчас будет, да? А вообще он как МХшник прыгает, этот чел на Аксе. Это жесть какая-то. МХшник прыгает на Аксе. Ультануть, а чё бы и нет.
Почему бы и не ультануть в тебя? Почему бы не ультануть-то? Чтоб в тебя не ультануть-то? Это звери, а? Звери. Да не. Вот звери. Гем там у кого? Пуджа гем? Да, пуджа гем. Слишком поздно уже, ребят, собираться что-то делать. СФ. ХЗ, мы могли с СФом игру выиграть. СФ соло ходит. Он не хочет играть вместе. А 85-е важно играть вместе. Очень важно играть вместе на 85-й. Хорош. Он Легу все хочет кикнуть. Не знаю, да тут не в Легионе дело даже. Соло вот этот гейминг какой-то, 83-й карты. Соло 83-й карты, вот он. Он как 83-й карту играет вроде как, не знаю. Хотя парень опытный, еще неоднократно брали они там топы по турнирам всяким. Типа, ну хз, 85-ю карту так вроде как не играют. Не знаю, может команда, может быть так команда, может играет, но как ТБ, вряд ли. Так, ну у нас Гаргона еще, тем не менее, есть. Не сдаемся, не знаю, артефакты не растут совсем, к слову, вообще совсем не растут. Совсем вообще, то есть одна драка, 2700 я где получил, пуджа забрали или как. То есть это один единственный момент был, когда что-то у нас получилось. Пуш 3200, не знаю, чем сливать, у нас нет урона. У нас СФ уже не имеет особо урона. Сларки, креветки. Я орну, если сейчас его аппарат убьет и заберет, прикинь. Знаю, Лего вообще, конечно, Total Domination. Total Domination. Не знаю, никого на карте нету. Он пошел. Он слишком жирный. Он сюда сейчас прыгать будет. Я змей сразу поставлю. Он увидел кого там? К робу. Идет к робе. Хорош, подморозил его. Души эту свинью жирную. Хорош. Плюс. Отлично. Неплохо. Даже я бы сказал. Т2. В сторонке будем стоять. Если Акс прыгнет, будет, конечно, проблема. Ну, я Акса сразу, по идее, закрою. А вот Сларка чем закрывать, это тоже другой вопрос. Сларка чем закрывать, это же другой вопрос. Если не стойте. Сларка в сетке 6 секунд держать. Вон. Го? А, нет, вот Т2, вот Т2. Нафиг. Хорошо. Блин, мы можем сейчас так змей поставить в ХГ еще. Змей в ХГ можем поставить. Или гетбэкаем. Го попробуем зацепить вот эту креветку. Это креветка. Это креветка. Вонючая. А вниз пойдет, да? Все, ГГ. Ну я его отпустил. Я отпустил. Да-да, я отпустил, я вижу. Это я отпустил. Лего там умирает. Покемон зануда. А с ней. Топ-поинт бустер купим. Да, жалко, что я сетку не дал. Ну хз. Такое себе. Не знаю, забрали бы там. Или нет. Где СФ там что имеет? Туда? Хрен его законтришь этот кусок. Надо с СФом играть. СФ не хочет вместе играть. У нас так не получится выиграть, если СФ не будет принимать участие в игровом процессе.
Сэ фармит больше. Но у него фул душа, он пошел фармить. Поэтому стоим на дефе и все. Я, если честно, думал подольше потаймить, чтобы хп побольше слить на Сларка. А он в лотар зашел и типа даст и нажимаю, и ничего не происходит. Осуждаю максимально. 122 убежал. Че под вардом? 3 варда в пайке. Варда в пайке. Сейчас СФ, скорее всего, нагнетать будет. Жалко, что я не на коре. Жалко. Жалко, что я не на коре. Куда ты идешь? О, GG. Я тут не помогу. Я тоже тут сдохну. ХЗ. Это и все, что мы могли сделать тут. Все, что я мог тут сделать. Раньше надо было дотку играть. Что там 12 ассистов? Ну не знаю, хай ассисты на карте. Хай ассисты. Гем на базе. Костики в помойку. Go в DFS играем тогда. Сларки, понимаю. Как же тяжело быть пятеркой, когда у тебя легион дурачок. Чалька. А чё толку, что мы в рошу пойдем? Ну, взял я на сетку. Дальше что? 6 секунд бьем. Задушим, что ли? Да ладно. Рук идет. Рук, кстати, тут у них такой же, как и у нас легион. По факту. Рук такой же, как у нас легион. А че, го пробовать змей ставить? Почему нет? Даблкил сделал у нас Эсэфиус. 9-9 КДА у Эсэфа. Не знаю, но если честно, геймплей не впечатляет. Но видно, что АПМистый парень, но не впечатляет на самом деле. Игрок как будто 83-й карты. Я хз. 5 секунд. Хорошо. Эту кнопку. Резиста дам. Ломай. Гешка. Гешка, ломай. Змей работает. Ой, хорош. Если я сейчас барак соберу, это очень годно. Но я на самом деле уйду лучше. Лучше уйти. Лучше уйти. Я бы пошел. Я бы. Нафиг такое дело. Заодно варды потыкаем. Не сдохнуть бы еще. У меня полаганима есть. Нормально, контратака такая получилась у нас. Главное не сдохнуть сейчас от Сларка. Хорошо. Там пуч, да? Угу, хорошо. Не души. Пойдет. Там куру. На Рошана. Ну, 83-я карта. Добрый вечер. Хорошо. Так, если что, имеем. Отлично. Вообще, можно было бы взять гем. У меня, если что, есть на деф змеи. 14 ассистов. Так, есть. Два варда я поставил, хоть они и не дефолты. Этого достаточно будет, чтобы ребята палились по передвижению. И будет огонь все. Там ребятки очень сильно ошибаются тем, что они двигаются соло. Соло туда, соло сюда. Змей просто так впуливать не будем, ребят. Нужно впуливать в дело. Ахевич, наверное, будет подставляться. Будет ждать. Ой-ой-ой-ой.
Сларка законтрили. Хорошо. Дайте. Нету кнопок. Жесть, я сейчас замерз. Не надо замерзать. Ну такое себе. Есть визор. Вот так сделаю, подсейвлю. Я бы. Гол, огоним, соберем. И ульчик надо будет. О, СФ. Вард стоит. Не знаю, такие драки из крайности в крайность у нас получаются. Я не успеваю все заварживать, доварживать, потому что у нас сейчас было деф от хайграунда был, и я не успеваю просто. Я один тут варжу. И на самом деле это очень тяжело. Соло вардинге. Это все рили really очень тяжело. Ля, пуш стоит уже, ждет там эту куру. Нет. Хорошо, успел я. Есть. Есть змеи. Змеи сильные у меня, кстати, сейчас. Хорошо. Ну, пуджи там усрать вообще. Куда это больше пойдет? Надо уходить, да? Жесть. Да, такое себе. Такое себе, ребятки. СФ вообще бы ничего не делать. Ну вот это мета. Чисто мета. Я умер тут. 100%. Хорош. Еще живу. Хорош, но сейчас хекс будет ему. А, Сларка-то отцепили. Сларк ушел. Жесть. Я не прокурил. Если честно, не уследил, первый у меня был в КД или нет. Жесть. Прикиньте, Сларка отпустили. Сларк жив. Сларк живой. Он ушел там вообще на писюле. Вот легион забавный. Да кинь себе пресс-атаку, ну ты чё? Лего, ну брат, ну ты чё? Фу. Просто фу-фу-фу, легион. Так, разберем аркану. Тревел возьмем. Товарищи. Хорошо. Хорош. О, там кробу душат. Я дезейблю.
Оп. Хорошо. Работаем, пацаны. Метро. Влюблено. У меня есть змея. Можно в центр ткнуть пойти. Уф. Сложно. Дота это сложная вещь, ребята. Дота сложная вещь. Оп, хорош. Так, сделаю. Ну, хз. Маны нету. 130 маны требуется. Боже, это такой бред. 600 маны. Я ничего не сделаю. Жесть. Я не знаю, если честно, если бы я сейчас остался в драке, я бы также с ними и сфидил. Но у меня вообще нету маны, чтобы пойти что-то сделать. Вот что в этой ситуации правильнее было бы сделать? Я хз. Жесть. Не змей ничего не поставил. Это там аппарат бедолагу убивает. Аппарат молодец, все засентрил. Все засентрил. Я могу, кстати, сплит пушить сейчас таким билдом, как у меня. Имеется. Очень хорошо. Аккуратненько. Главное, чтоб не цепляли. Но единственное, в замесах тяжело. Зацеп будет очень сильный. Побайтим. Хорошо. Как вовремя я свалил оттуда. Видели пуш, как прыгнул? Успел отблинковаться я. Это жестко. О, Сларк. Он один. А, это иллюзия. Иллюзия. Если что, можем, кстати. Так, сойдет. А, думаю, он со Сларком, он не один. Хорошо. Ну, пуджа ценой такой лютой. Сейчас я и тут помогу еще Хиксану. Хиксану. Хорошо. Держу вот этого крипа. Давай вот так сделаем. Ой, на дуэльку взял. Хорош, отличная драка. Я на Б схожу. Я Б и с ТП могу. Жесть. У меня почти октарин есть. 23 ассиста у меня. Бодренько. Ману всю просаживаю в драке. Если змей вот так вот не ставил бы, хрен бы драки выигрывали. Я хз. Я хз. Я хз. Давай ребятам поможем. Парата ульта. Давай задушим. Быстренько. Хорош. Сейчас октарин будет как раз. Ля, но все-таки мы эту катку выигрываем, ребятки. Я хз, честно. Тяжелая катка. Тяжелая тем, что очень много всяких моментов. Не... Блин, у меня КД. Я КД. Я КД, пацаны. Б. Б. Го Б. Не, мы не потянем. У нас все КД. Б. Б, Б, Б. Нафиг надо. Если что, змей потом ткнем. Куда этот легион идет? Это ужас какой-то.
Это жесть, этот Лего, это просто трешара. Гем я взял, гем очень хорошо помогает. Ух, да, тяжелая катка, ребятки, ну, плотненькая такая, 85-я карта. Плотненькая, давайте постоим на стреме, если что. Вдруг Сларк побежит, я, если что, СФу помогу. СФ вроде по чуть-чуть дамаги обзавелся. Очень удобная у нас драка сейчас была. Прям пушка. Так, сколько там рез? Скоро треснется. У меня есть. Надо было вообще рефреш сделать, я так думаю. Но, видите, по чуть-чуть у меня уже был энерджи бустер. Глупо, конечно, не сделать было бы Октарин, хотя бы. У меня все сейчас очень быстро будет кдшиться. И в драке, в принципе, очень сильный дизейбл. Если я не буду умирать, то будет очень много дизейбла. Очень много. Очень много дизейбла будет. Мне кажется, сейчас на Гаргона будут нападать. Что мне подсказывает? Что-то мне подсказывает. Вон, смотрите, Сларк, видели? Где? Если что, я смогу в драке, даже если драка будет не очень удачная. Пойти спокойненько. Они все идут сюда. Кто ждать СФ? ББ. ББ. То есть приходится навигацию все брать на себя, хоть я и не кор. А типа такое себе. Другой вариант у нас нету, ребята. Другого варианта нету. В центре. Линка, плохо. Сетку не буду накидывать. О, вот так сетку кину. Отблинкуюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, меня не сливай. Держи. Вот эту штуку. Отвратительные змеи. Если что, зацепим кого-нибудь сейчас еще. Оп, вот этого хотя бы. Есть. Отлично. Он меня выхокал пуш, я вообще не вкурил. Стой. Да. Раста норм отсопортил, говорит. ГГ, ну я пытался. Я пытался. Расти дело. Да не, кстати. ГГ. Хорош. Я думал, Ибра не затащим. Жесть. GG, ребят. Вот такая катка у нас получилась с топ-1 игроком. 28к поинтов опять-таки он набил, ребятки, напоминаю. Не знаю, вставочек тут, наверное, не будет, потому что тут особо никаких реакций не было. Посмотрим на стриме, может что-то и было, какие-то вставочки. В общем... Ребят, вот такая игра, смотрите сами, чего не хватило, чего бы еще можно было добавить. В целом, мне кажется, игра достойная, не знаю, очень тяжело на самом деле было тут думать, саппортить, дизейблить, очень много было ошибок, но в целом мы победили очень хороший пик, прикиньте. Ну, если честно, не считая Легиона и Анубарака, то, ну, как-то такая катка. Ребят, если вам катка зашла, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписываться на каналы, которые я делаю. Поэтому, ребятки, все. Всем хорошего, с вами был Ксназ и до скорого. Есть. На Раши ты был, что ли? Здорово. Нихуя, я думаю, что за отморозок. Да что тут комментить? Нихуя тут комментить. На Легионе долбоёб. Пробитый. А у меня всегда такая фигня, типа, за меня по-любому будет core down. Они бы 100 раз могли закончить, пойти Роши убить. После выигранного замеса Сларка тоже берется Aegis, игра заканчивается. А они что-то ни в какую пушить не хотели. В итоге экзорцизм и агонимная раш не контрится на. Хоть, блядь, 10к хп на пудже будет, там змейки, блядь. Плюс банша просто сносит. Под конец красава. Нормально исполнил. А вот здесь ты Сларка отпустил. Ну ты затаймить хотел. Максимально подержать его в хиксе, потом сетку.